Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал «Инвестиционные проекты». Сегодня 7 апреля. Я появляюсь без красивого вида на фоне, поэтому буквально на пару секунд. В сегодняшнем видео будет проект, который находится у меня на блоге уже 10 дней. И это проект на майнинге TRX. Я записываю сегодня 4-е видео на тему данного проекта. И хочу, чтобы вы немножко на него обратили внимание, так как я вижу развитие данного проекта и думаю, что с ним можно поработать небольшими суммами. Переключаемся на экран и переходим к проекту. Первое видео я записала 10 дней назад. Тогда я открыла первую инвестицию. Уже не помню, на какую сумму. Сейчас мы перейдем в мой личный кабинет и я все покажу. Ссылка на регистрацию в проекте находится внизу в описании к этому видео. Для того, чтобы пройти регистрацию, вам нужно указать мобильный номер, далее придумать пароль, потом секретный пароль. Инвайт-код у вас будет после перехода по ссылке и ввести капчу. Далее нажать Sign Up. Я уже зарегистрировалась, поэтому я захожу в свой личный кабинет. Проект называется Megra.com. Мои партнеры, некоторые уже открыли инвестиции и получают прибыль. Минимальная сумма инвестиций составляет 5 TRX. Инвестирование возможно в валюте TRX. Сейчас валюта немного просела, а уже за сегодня чуть-чуть подросла, но была на днях где-то 0,7. Вот мы видим курс 0,7. Сейчас 0,64. Было 0,7 доллара. То есть инвестирование возможно от 5 TRX, это 0,32 доллара. Я думаю, что где-то 100 TRX можно инвестировать, это 5 долларов. Сегодня я хочу открыть еще одну инвестицию. Я инвестировала более 10 долларов. Как я говорю, в такие проекты лучше инвестировать небольшими суммами. Если инвестируете 100 TRX ежедневно, можете выводить 2,5%. Только нужно выводить прибыль ежедневно обязательно. Если вы ее не выведете, она не суммируется. То есть, например, если вы сегодня открыли депозит, сегодня вы уже можете вывести 2,5% от суммы вклада. И если вы не выведете, а выведете завтра, то вы не получите 5% за 2 дня. То есть вы должны выводить прибыль ежедневно. Если вы ежедневно ее не выводите, то она не суммируется. Если инвестируете более 40 тысяч TRX, получаете 3,5% ежедневно. Это 2500 долларов, но я считаю, что не стоит инвестировать такие большие суммы в такой проект. Лучше инвестировать небольшие суммы. 10 дней проект находится у меня в портфеле, и все дни, когда я выводила прибыль, она мне приходила инстантом на кошелек, на счет, адрес TRX Tron. После регистрации вы получаете бонусные TRX, которые не можете вывести. Можете просто их инвестировать и смотреть, как они перемещаются по вашему личному кабинету. У них есть документы, если вам это интересно, можете перейти по ссылке и изучить. Закрываем. У меня на балансе 1154 TRX. У платформы есть статистика. И мы видим, что партнеров 1 миллион 519 тысяч. И видим, какой профит, только здесь не указан профит, в долларах он или в валюте Tron. Страницу можно перевести на русский, но перевод не совсем корректный, поэтому я использую английский. Так выглядит главная страница личного кабинета. Переходим в мой аккаунт, где есть депозит и снятие. Это как пополнение и снятие. Видим, мой депозит 300 TRX. То есть я пополнила проект на 20 долларов. И ежедневно могу выводить 7,5 TRX. И давайте сейчас выведем эту сумму. Указываем адрес Tron, далее вводим код безопасности и сумму. Страница обновилась, и нам нужно найти список прибыли. Вот я вывела 7,5 TRX. Я вывожу не ежедневно,
Выплата мне уже пришла. Сейчас я оставляю на экране скриншот транзакции. Это 0,48 доллара. Последняя выплата у меня была 3 числа, то есть 4 дня назад, и 2 числа. Вам нужно выводить ежедневно прибыль. Если вы забываете вывести, она не суммируется. Я вывела всего 52 тирекс из проекта. 40 тирекс – это мой реферальный бонус. Пополню я свой депозит еще на 100 тирекс. У меня будет уже 400, это 25 долларов. Перехожу во вкладку «Депозит». Здесь только один счет можете пополнить. Пополняете счет, депозит сразу же отправляется на майнинг. И вы тут же можете вывести прибыль. Но выводить деньги вы можете только один раз в 24 часа. Нажимаем «Базовый счет», копируем адрес и на этот адрес переводим TRX. 100 TRX – это 6 долларов. И я уже отправила деньги. Скриншот транзакции я оставляю на экране и ждем, когда деньги поступят на баланс. Нажимаем «Пополнение завершено» и ждем, когда у меня будет 400 TRX на балансе. Почему у меня на балансе 1147 TRX? Потому что я после регистрации получила 800 бонусных TRX. Каждый получает именно эту сумму, и у меня остается 300 TRX. Это та сумма, которую я пополнила самостоятельно. А 47 TRX – это, видимо, прибыль по демо-счету, которую я вывести не могу. В течение 5 минут обычно приходят деньги. Я думаю, что сейчас они уже должны прийти. 1 месяц и 10 дней потребуется на выход без убыток. Депозит работает бессрочно. Если у вас возник технический вопрос или деньги не пришли в течение 10 минут, вы нажимаете на службу поддержки и отправляете им сообщение. Если забыли пароль или не пришли деньги или еще что-то, технические моменты пишите именно в службу поддержки клиентов. В нашей команде 28 человек, и 8 человек открыли депозиты. И даже есть депозиты во второй линии, насколько я поняла. Ребят, кто уже зашел в проект и выводит прибыль, отправляйте, пожалуйста, скриншоты в наш чат в Telegram. Инвестиции онлайн-чат, все ссылки находятся внизу в описании к этому видео. Если у вас возник вопрос о том, как инвестировать TRX, криптовалюту, вам нужно завести кошелек. Кошелек может быть абсолютно любой. Я использую Trust Wallet, ссылку на него я оставляю внизу под этим видео. Так выглядит кошелек, вы можете его скачать в App Store и Google Play и Android. Кошелек качается конкретно на телефон, как программа, аппликация. С помощью компьютера, браузера вы использовать его не сможете. Очень удобный и простой кошелек от биржи Binance. У вас будет адрес конкретно TRX, Bitcoin, Binance, Ethereum, то есть любую криптовалюту вы можете хранить на этом кошельке. Как купить? Вы можете купить через обменник BestChange, ссылку на него я оставляю внизу в описании. С помощью обменника BestChange вы можете обменять абсолютно любую валюту на криптовалюту и обратно. Деньги еще не пришли, ждем, должны прийти. Около 10-15 минут мое пополнение обрабатывалось. Деньги поступили мне на баланс успешно. Обновляем страницу. Видимо, у меня 400 TRX теперь на депозите. Переходим в торговлю. И здесь мы забираем прибыль от облачного майнинга. И потом ее выводим вот здесь. Я могу выводить 2,5 TRX. На сегодня я уже вывела деньги, поэтому смогу вывести только завтра. Интересный проект. Напоминаю, можно поработать небольшими суммами. Если у вас есть вопросы, пишите мне, постараюсь помочь. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Я желаю всем нам только профита, только удачных и долгосрочных инвестиций и проектов. И всем большое спасибо за просмотр.